Сегодня у нас утро. Встали сейчас, даже раньше поднялись, чем 4:40. Сейчас у нас вот сегодня 10 февраля 2020 год. Утром кинулись, не работает интернет. Бились, оказалось, что провод оборвало телефонный, по которому у нас идет интернет. Вот провод висит сейчас, это уже. И вот вот тут были большие сугробы, но я как-то не замечал, что он задевает провод этот телефонный. Он вроде поверху бы шел. Оказалось, что он то ли провис под тяжелым снегом, и сугробом зацепило, видимо, вот такими глыбами. И потянуло за собой и оборвало. Вот такие сугробища тут лежат. Глыбы самые настоящие. Даже неожиданно, потому что на улице теплая погода. Хоть и снежок вот сейчас идет, а с крыш капает. Ну вот и потянуло за собой. Ну, даже можно сравнить, какой-то кусман такой. Не одна сотня килограмм, наверное, будет на нем. И вот дверь как раз у нас тут. Вот тут все у нас. Все в снегу. Вот он провод. Один край зацепили его пока временно. Сейчас вот Игнатий Иванович там пытается его подчистить края, чтобы самим соединить хотя бы временно. Да, вот это соединить надо, натянуть. Ну, не вяжет, она столистая сильно. Вот это вот. Я не могу их вот здесь-то это, убрал. А здесь не могу. Это надо пойти сейчас нож натащить или второй взять. Соединить. И потом я там доску принес, прибьем, мы ее поднимем над головами. И за доску замотаем, и восстановим. Но тот, кто у вас острее, белый-то, с белой ручкой-то острее у вас нож-то. Ну, я не взял, потому что снег белый, я побоялся, что ее сразу уронишь и не найдешь нож. Так, я пойду пока туда сбегаю сейчас. Угу. За ножом. Надо два ножа взять. Ну вот опять снег выпал. Вчера только все подтаяло так хорошо, ну что плюсовая температура была. Сейчас опять снег уже выпал, и он что, все в руках Божьих, как Господь определит. Тоже не в нашей власти все. Слава Богу за все. А так красиво смотрится. Березки в снегу. Это все придется потом мне работать тут. Потому что в храм надо будет идти топить. Надо будет чистить все. Убирать сугробище. Даже он бедный этот у нас провис. Слив от тяжести этих. Слава Богу за все. Аллилуйя.